Всем привет! Сегодня будем украшать елочку. Она сейчас в таком разборном виде. Состоит из трех частей. Литая елочка, заснеженная красавица. Сейчас мы ее поставим, расправим веточки и будем украшать игрушками разными, красивыми, нежными. И вот такая вот прелесть. Что сейчас будем приступать ставить елочку вот на это место. Соединили все три части. Елочка 1,80 м. Сейчас каждую веточку по отдельности будем расправлять. С нее еще летит эта беленькая штучка, мягенькая. Все веточки очень хорошо регулируются. Можно их так вот изогнуть, так как нравится. Либо вверх, либо вниз. Как будто под тяжестью снега ветки опустились. Так, каждую веточку. А еще у нас есть юбочка под елочку. Вот такая вот юбочка. Веточку, которую я уже согнула. Юбочка на липучках. Эти липучки так вот рассоединяются и одеваются на вот эти ножки, чтобы их не было видно. Вот так вот она, как в сугробе будет стоять. Так, только мы сейчас займемся тем, что будем ветки так вот сгибать. Еще что-то будет сыпаться, лететь с елочки, поэтому я юбочку пока уберу, чтобы потом можно было все смести. И после того, как поправим все веточки, тогда уже положу юбочку. Вот, смотрите, какая красота. Расправили веточки. Вот такая она пушистая получилась. Класснючая вообще. Очень мягенькая. Смотрите, видите, там ствол тоже в этих снежинках. Очень приятные на ощупь веточки. И теперь можно стелить юбочку. Подмели. Вон еще чуть-чуть осталось. Сейчас постелю. Класс. Есть гирляндочка, называется конячий хвост, вот, ну, или конский, и вот так красивенько, ярко она светит. И сейчас мы будем все это дело вешать на нашу елочку. Ну что ж, гирлянду мы повесили, теперь будем включать. Готовы? Раз, два, три, елочка горит. Смотрите, какая красота! Сейчас игрушки будем вешать. Смотрите, как красиво. Это тоненькие нити гирлянды, незаметные почти на елке. Смотрите, какая красота! Очень здорово. Ну, вот такие игрушечки есть. Вот эти шикарные.
беленькие, перламутровые, красивенькие, синенькие, серенькие, блесточками. И вот такие, может, полосатики еще добавлю. Все-таки год тигра в этом году. Потом такие белые нежные цветочки. Большие цветочки пойдут на низ. Ну и также вот эту красоту тоже хочу на елочку. Сейчас посмотрим, как оно будет получаться. Смотрите, часть игрушек уже повесили. Нежный. Продолжаем дальше. Смотрите, какая красота. Вообще класс. Маленькие звездочки такие. Масипусенькие. На маленькие веточки. Очень красиво. Симпатюльки. Вот смотрите, ребята, все игрушки почти повешены. Все кругленькие, большие повесила на елочку. Такие красивенькие, нежненькие. Побольше, поменьше. В виде звездочки. Такие полосочки структурные. Какая красота получается. Вот вот эти полосатики тоже развешу по всей елочке. У меня их где-то 10 штук.
Ну что ж, друзья, наша елочка наряжена. Вот такая вот красотка получилась. Как вам? Так нежно и мило. Как вам она с цветочками? И напишите, нравится вам больше, когда просто игрушки висят или с добавлением новогодних таких прекрасных цветов. Мне кажется, тогда она делается больше такой нежной, элегантной, красивой и снежной. Ну что ж, дорогие мои, с наступающим вас Новым годом, приближение этих новогодних зимних праздников, сказочных дней. Естественно, здоровья всем, крепкого благополучия. Пусть бываются ваши желания и мечты. С наступающим вас, дорогие, и до новых встреч, новых